Теремок ТВ. Это Коля. А это Оля. Это Оля. А это Коля. Их запомни поскорей. И летающих зверей. И летающих зверей. И летающих зверей. Это Коля. А это Оля. Это Оля. А это Коля. Отважный проходит шторм. Шхуна смелая вырывается вперед. Ой, смотрите, тут чье-то яйцо. Надо ему помочь. Осторожнее. Ты слишком большой и тяжелый. Ничего не выйдет. Я попробую, я же маленькая. Лучше я. Ты же девочка. Ой. Коля, беги! Ого! А чье это яйцо? Это... яйцо журавля. А когда оно вылупится? Где-то через месяц. А мы придем посмотреть? Конечно. Спасибо, Зоя. На здоровье, ребятки. Зоя, срочно беги в комнату! Тебе угрожает опасность! Мне? Опасность? Да-да! И поэтому скорее прячься! Коля, что грозит Зоя? Страшная, грязная посуда! Мы спасем Зою! Ага, попались грязнули! Сейчас мы вас вымоем! И высушим! Будете знать, как нашу Зою пугать. Опасность миновала. Порядок! Ах, вы мои спасители! Коля! Оля! А что это вы стоите? Не скачете, не шумите, не делаете вот так! Осень! Ах, осень! Тоска! Даже птицы куда-то улетают! Птицы летят на юг, к теплым морям, туда, где ласковый прибой щекочет. Да. Привет, я осенний синий шарик. А я осенний зеленый шарик. Поиграем? Интересно, куда улетают шарики? Наверное, тоже на юг. Что вы делаете? Мы делаем бульки. А зачем? Как зачем? Просто так. Просто так? А можно я с вами? Можно. Бульк! Бульк? Рабо, а ты зачем это делаешь?
Просто так. Бульк. 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 Пожалуйста. Ты что, Оля? Я же рыцарь, сэр смелый. Хе-хей! Почтенный Коля, леди Оля права. Игра в шахматы требует тишины и спокойствия ума. Эх, ладно. Пойдем, мой верный конь. Мы же попросили! Сэр, тихий, господа. Позвольте охранять ваш покой. Вы окажете нам честь, сэр тихий. Будем премного благодарны. Тед, а когда ты вернешься? Через час. А это быстро? Секундная стрелка бежит быстро, как заяц, а минутная медленно ползет, как черепаха. Когда минутная сделает полный круг, пройдет час. Если вы интересно проведете этот час, то он пролетит быстро, даже глазом не успеете моргнуть. Давай следить за стрелками. Я за быстрой, секундной. А я тогда за медленной, минутной. Только чук, не моргать, а то час мигом пролетит. Угу. Ну как? Быстрый час прошел. Только глазом успели моргнуть. Что ты делаешь? Ой, я задумалась и... Не рассказывай никому, пожалуйста. Я вымою руки. Коля, что случилось? Это не я съел и не Оля, а грабитель. Грабитель? Вот это да! Большими усами. Он только что был здесь и съел варенье. Ну да. И усы у этого грабителя были красного цвета. Ну да. Красного, как варенье. Ой. Банан? А меня здесь нет. Я потерялся. Ой. Совсем потерялся? Совсем. Потерялся? Какой ужас! Мой малыш потерялся. Сделайте же скорее что-нибудь. Так, спокойно. Внимание, внимание! Потерялся малыш в зеленых штанах и голубой футболке. На
нашедшему вознаграждение. Ура! Я сам нашелся! Ура! Нашелся! А какое вознаграждение? Вот, этот автомобиль. Кто нас преследует? Воображаемый враг! Сейчас мы ему покажем! Полундра! О, мы попали в туман! В атаку! Ха-ха! Ха-ха-ха! Оля, на помощь! Их уже двое! Как двое? На помощь врагу прибежал его друг! Ой-ой! Держись, Коля, мы идем. Нам на помощь тоже прибежали наши друзья. Ха-ха, точно! Ха-ха. Враги бегут! Мы побеждаем! И-я! Получай! А какой воображаемый друг пришел к тебе на помощь? Ко мне? Прабу. А ко мне Хосе. Полундра! А ты послушный? Конечно, послушный. А тогда покатай нас, пожалуйста, а? Как же вы любите кататься! Прабу, а ты послушный слон? Да чего же вы любите кататься? Еще! А деревья такие маленькие! Вы послушные дети? Тогда тихонечко засыпайте. Помогите, Прабу, перестань! Ты же послушный слон! Надоело быть послушным! Хочу быть самым непослушным слоном на свете! Подписывайся на наш канал, показывай мультфильмы друзьям и пиши, что понравилось в серии.